Перед началом ролика, ребят, хочу посоветовать канал Vendor Ignite. Регулярно на канале выходят видосики по разным играм, Frostborn, Brawl Stars, а также вы найдете крутые читы по всем играм. И, конечно же, ссылочку я оставлю вас в описании. Всем привет, друзья! С вами Кеник, игрушка под названием Frostborn. Как вы все знаете, у нас вышло обновление, добавили много очень много всяких плюшек. Короче, можно сейчас типа кнопку сложить. Немножко какое-то освещение, вижу, поменялось. И, конечно же, открыли нам кузню. Мазафака, это просто самое вкусное, что может быть. Вот, добавили очень много оптимизаций. Ну, не знаю, меня что-то там опять выкидывать начало. Не знаю, пишите ваши комментарии, есть ли у вас там такое или нет. Вот, ну а мы сегодня, конечно же, убьем босса, который находится, все вы знаете, в конце туннеля. И пойдем, конечно же, зачекаем эту кузню. Ну а вы пока не забывайте ставить ваши лукасы и подписоты. Короче, мы начинаем КВН. Все, ребят, я зову. Так, похлебку я пить... Ой, подождите, так и можно же со стелса ударить. Ножичком ударю, там пофиг уже. Ты мой, тоже? Забиваем. Отлично, дайте посмотреть, что там упало. Мне нравится босс, как разваливается. Так, смотрим. Блин, две шапки. И, конечно же, долгожданный ключ от кузни. Вот он у нас здесь. Так, ребят, надо что-то тут поменять. И я возьму ключ. Возьму вот так вот кулоны. Возьмите деревянные и, конечно же, кто-то там закинул. Короче, да, как кнопку сложить, все подобавили. Иногда такое получается. Обалдеть, я даже лук не сложил. Короче, окей, погнали тогда на, конечно же, всеми долгожданную кузню и откроем за счет этого ключа. Поехали. Итак, господа, смотрите, какой баг. Вроде бы должна быть... Отойдите, ребята, отойдите, дайте показать. Вот, видите, то есть это вроде бы дверь, но через стенку. Ладно, окей, погнали, заходим. Ключик чики-пики. Открывай нам тайную комнату святилища Одина, которая манит кузница. Что ж там, наверное, за боссик будет и что за лут? Давайте чекать, проходить, смотреть. Ой, блядь, что за звук? Ух ты, ага, вот и наши ловушки, короче. А, вот эти спускаются, видно, да? Аккуратно, поменяй посох, Русил, поменяй. Эти спускаются. Это, смотрите, аккуратно, левая, да, вот. И, наверное, дамажит. Сверху вижу бомжей, и тут какая-то лава. Ну, соответственно, блин, ну, прикольно. Прорисовка, конечно, видно, что немножко есть там. Нужно, конечно, подработать над этим. Ну, как бы, обновка, это, конечно, топ. Так, окей, окей, господа, подождите, я поменяю эту фигню всю. Пропиваем похлебку, потому что она сбилась у меня. Вот, и давайте попробую я одного позвать. Ну тут какие-то, вот, один идет. Жестко бьет. Так, я поменяю, подожди, арбалет. Мод 10-9, хп где-то. Моб дамажит, да? Так, лупим. Стойте, со стелса. И налетели. Короче, у нас тут, если посмотреть направо, налево, наверх, на низ, у нас два раза больше кулонов. Давайте откроем вверх. Надо все комнаты смотреть. Солнышко? Не, пускай будет, но у нас одно. Моба кинул. Отходим. А тут, кстати, я не зачекал. Вот сюда? Пойдем. Нет. Давайте, убиваем. Убиваем всех будем. Нет, зачем? Это ж обычный моб. Второго режу. Убиваем быстренько. Так, со стелса пошел. Это, видимо, лесной великан 1200. А, это который будет нам кастовать. Поэтому, ребят, берите дальний бой. Обалдеть, у меня сейчас все красным подсвечивается. Смотрите, если вы находитесь в кузне, у меня какие-то красный щит, красный арбалет. Ну ладно. Так, давайте режу ему. Блин, с этим управлением. Я надеюсь, конечно, это все пофиксят. Потому что так как обновка у нас вышла только что.
Не надо, не надо, добиваем. О, может, наверное, нам шанс какой-нибудь порезали выпадение кулонов. Или что, потому что... Хотя нет, сколько мы достали? 11 штук, да? Золотых. Да, 11. Может, и не порезали. Так, давайте теперь вверх. Мне прям хочется наверх. У тебя 7 дерева? Хорошо, я сейчас скину тебя. Ой-ой-ой, моба. Золотой какой-то. Один-один. У-у-у. Это типа моб, который взрывается. Красота, красота. Давайте, стойте на месте. Сейчас я вот этого позову. Даю стан. Косой, да? Охуенно. Так, мне надо поменять вообще оружие. Понижение брони, это, конечно, топовское. Вот, смотрите, опять золотой упал. Так, подожди, подожди, я поменяю. Налетаем, налетаем. Так, тут веревки и два сундука. Ну, в сундуках какой-то обычный лут, то есть... Я бы не сказал. Ну, я бы пока сказал. А, ну вот арбалет, конечно, это да. Я Кузя вот скинул дерево себе. Так, ну и открываем опасную комнату, которая, наверное, продолжение нашего всего. Только осторожно. Нормально, это взрыватель. Забираю, один заберу. А, можно тут, наверное, и убежать от него. Подождите, это, наверное, ловушка прямо какая-то. Я так думаю. Ой, блядь, лучники. Моба, кидаю моба, отходим дальше. Смотрите, как два лучника дамажат. Ой, не забываем, что это тоже ловушки. Черт, тут надо быть сейчас на чеку. А у тебя, Русел, топор какой-нибудь есть, чтобы запустить? Ладно, я попробую. Вот, один идет, отойди. Да чтоб тебе с этим управлением-то, а? Убиваем. Красота. Второго зову. Да блин, вот ты жесть. Идет. Тут лучников можно обычным способом. Ах, хорош, кто ослабление отбьет? Вижу, Вадим, вижу, вижу. Так, давай, поехали, убиваем. Ну что ж ты стоишь? Отлично, меня еще сложило, ребят, поднимите. Да, короче. Пошли в эту комнату. Да, давайте. Подождите, я подхиляюсь, чутарик, а то... Ой, блин, у меня уже голые ноги. Ху-ху-ху. Ху-ху-ху. Открывайте. Открывайте. Стойте, право, право. Или... Не, вверх, вверх, давай, давай, вверх. А теперь давайте право. Стоп. Откройте. Стоп. Кто-нибудь. Ну, лучше отойдем. Да что ты будешь делать? Слуга пепла. Это похожие мобы, как мы видели в этих подземках. А вон и ловушка. Так, 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 так. Огонь, страта. Есть у кого что-нибудь обуть? У меня вообще... Я с голыми ногами. Да, короче, я бомжара, да? Ну ладно. Ой, там ловушки даже. Зовем назад, отходим. Так, господа, меня тут что-то сложило. Но это моя причина. Ладно, так. Начинаем. Русь, смотрите, какой сет у меня красный. Обалдеть. Я открываю... Открываю, короче. Обалдеть. Ладно, сюда я сложу вот эти шмотки. Возьму мясо. Положи. Блять. Нет слов вообще, просто я промолчу. Так, ладно. Не, херня все равно.
все равно жопа. Так, давай, Русил, агри нижнего. Давай чуть-чуть. Да чтоб тебя, да боже ты мой. Еще, нафига, нафига. Ой, блядь. Там мученики или этот был? Там не было, ладно, пофиг. Мученик очень, по 15. Почему, я вот не понимаю одного, почему с этим управлением. Какая-то ерунда, жесть. Это просто, пока играть невозможно. Так, ладно, давай, зови еще одного. Только подожди, я тут поставлю вот так. Что? Да, мощник, на случай, как согрел, лучше за стенку зайди. Давай, я тут а вот он идет. О боже мой! Моба! Лады. Так, вот такие вот слуги, блин, жесткие. И жестко дамажат. По 53. Охуенно, я еще сложил. Давай сложим мне. По 53 лопят. Так, ну лут. О, лут очень интересный, потому что достаточно много всего. Но вот с управлением, конечно... Что? Там еще один моб. Ну там обычный, простой. Попробуй со стелса. Давай я попробую сейчас с топорика ударю. А, ты бьешь? Давай, бей. Шульной какой-то. Стыки, да? Да. Так, тут дерево лежит. Так, давай я. Давай, Якути, открывай, и если что, мобом скинешь. Надо я не знаю. Поход. Ну вот, да, два бомжа. Здоровых. Да, короче, господа, здесь в итоге нифига нету. Два ящика. Два ящика, четыре моба и, как бы, ну, кулоны тоже здесь есть. Это тоже прикалывает. Бинты я возьму, потому что... О, и зелье скорости. Отлично. Зелье тоже забираем. А, зелье скорости нам не просто так дали. Давайте заметим то, что здесь очень... Смотрите, какой коридор, если на карту посмотреть. Я скинул два. Не-не-не, я не пойду туда точно открывать, потому что с такое управление. Здесь нам надо вообще хороший хил, это раз. Во-вторых, нам нужен не только бинты, нам нужно... Я кину, попробую. Окей, давайте-ка преодолеем этот барьер. Погнали. Так, на трибунах. Ладно, шоколадно. Уже затуп. Оп. Давай, сучка. Давай, я почти дошел. Все. Есть. Фу. Так, вот, все, ребят, выключаю. Отлично. Короче, страта очень простая, ребят. Хочу вам сказать, потому что вот я голый. Потому что нету смысла здесь в броне вы, либо без. Но очень много мы взяли с собой всяких плюшек. Не поможет. Все. Сейчас мы дальше продолжаем. Следующая, ребят, дверь. И там стоит моб, который на вас агрится. Его, наверное, можно как-то глушануть. А, можно просто мобом скинуть, слышите? Сейчас, да, точно. А, стойте там. Да, отлично. Вот таким способом можно убивать этих... какой-то кислотой от них разит. Осторожно, это ловушка. Сверху стоит маг какой-то, вижу, да?
Так, здесь мы наблюдаем ящик со жгутом. Я его заберу. Поехали, ребят. Налетаем на этого. Дитя пепла. Это вообще... Дитя... А тут, смотрите, ритуал какой-то, книжка. А, это они хотели артефакты, да. Оружие. Да, кстати. А стоп, там какой-то здоровый или что это? Там какой-то мод. О, это уже побольше. Это... Что? Ой. Шеп... 3400. Стоп. Ребят, давайте вниз. Давайте вниз. А у кого есть моб, открывайте. Так, лутаем ту эту комнату. Смотрите, тут какой-то типа обрыв. Может, это какой-то спуск вниз, вниз типа, да? Ну, прикольно, как бы анимация такая все-таки есть. О, сера хорошо прокает. Если прокает, это хорошо. Сера, мне кажется, это что-то значит. Потому что сера нам нужна для бомбочки северян. Это, конечно, да. Это там уже получше варик будет. Так, ладно, короче, что мы делаем? Мы делаем дальше. У меня есть тут парочку бомжатских луков. И давайте вот этого типа какой-то мини-босс там, я не знаю. Давай, Русел, у тебя есть там этот... Кстати, да, похлебочку, ребята, похлебочку пропили. Ой, подожди, я сейчас себе вот так еще поставлю. Ага, все, поехали. Ой-ой-ой, она прям такая жесткая. Давайте, шепчуш. Че это за броня у нее там? Хера себе, это что за дэмэдж был? Следим за хп своим. Ну блин, такой, короче, моб появился уже. Ой. А, я понял. Короче, когда щит такой висит, ее не бейте. Вы дамаг по себе бьете. Все, давай, понятно. Стоп, дамаг. Погнали. А, ну на изи. Все, понятно. Ну-ка. Звук такой был, конечно. Ух ты, даже и лут такой сладкий. Давай я возьму это все. Давайте, да, я заберу. Вы можете здесь разобрать... Что? Вы не можете разобрать, что здесь написано. Скриптониты какие-то. А, вот, смотрите, типа оружие выливается, да, там? Погнали, бьем дальше. Дитю пепла. Ну, неплохо, иголку делай. Блин, я говорю, сера, видишь, как хорошо прокает? Я думаю, это не зря. Так, я буду этими бальзамами силу. Не, бальзам давай, может, на босса какого-нибудь. Может, там мало ли что там нас ждет. Так, мобов дофига. Не-не-не-не-не, это ж простые бомжи. Все, бьем. Давай. Ага, я отсюда не вижу. Блин. Ой, больно. Отойди, Русел. Итак, господа, короче, мы тут оделись немножко, да? Сбегали, все тут немножко по подхилу, по оружию. И давайте проходить дальше. Ну что, ребят, где вы там? Стой, подожди, сейчас давай я ударю, скину моба, опять ударю. Давай. Так, вот еще одну комнатку открыли. Там два моба стоят. Так, открываем следующую комнату, давай. Якутя, открывай. Так, иди сюда. А, точно, мы же здесь еще не залутали. Вот этот. Ты. О, еще. Хорошо фармится. Мне кажется, это не просто так, потому что реально что-то... Что-то нам ждут. К чему-то готовят, короче. Открывайся. Открывай, Кутя. Вот еще у нас пополнение. Короче, ну, всего по чуть-чуть. И у нас уже набралось так нормально кулонов. В каждой комнате здесь что-то есть. Так, еду. Еду можно и захавать. Ну, тут так, можно их не открывать. Но открываются они, наверное, ради кулона. А знаете что, я что-то шел, да? И у меня какие-то... А, вон, снизу мобы. Давайте нижних убьем. Вот. Веду.
Что там, серьезно? Бомбы. А, ну нормально. Быстро, Вадим не взорвался. Стой, он не взорвался. Привет. Вадим, ты кидай. Вот так. Зачем? Я могу отойти успеть. Смотри, делать. И все, и отходится. А, ну да. Типа, это на иси. Ну да, можно, но знаешь, там, чтобы уже не рискануть. Но... О. Осторожно. Уф. Ловушки. Подожди. Здравствуйте, дети мои. Сколько снимает? 22? Все, допрыгался? В смысле? Нет, я в центр успел это забежать. А, там, там есть это. Вадим. Ну, дамажит нормально. Блин, прям реальная кузня. Сейчас я подхилюсь. Так, вы там стоите, да? Ой. Поднимите! Ой, а там еще здоровенький такой. Мне надо тут, наверное, ставить хил хороший. Пятка идет хилить. Жесть. А что, они сдохли вдвоем? Пошли. Так сюда ползите. Подними их, Русел. Да, ой. А, молодцы. Вырубай, вырубай, вырубай. Не, я подумаю. Тас, отойди. Бомба-ба. Ба-бам-ба-ба. Я еще там второго кидаю. А там мелкие. Этих надо отогнать. Все, прикинь, они ловушку включат. Да не, нам не надо такого. Не, нам вообще такого не надо. Ребят постелило. Сейчас мы, короче... Ну блин, я не знаю, как-то вы быстренько сдохли. Давай, пошли, убьем их. А, стой, 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 дай я первый ударю. Давай. Минус. Так, я звук не слышал. Так, его убил. А это бывает такое, просадок какой-то. Так, мясо. Да, лут так себе. Не на ловушкин. Лутецкий. Так, вот здесь какая-то комната. Блин, столько развилок здесь. Че руки кривые? Это вы кривые. Так, ждем ребят. А! Итак, давайте, открывай. Отойдем, отойдем, ребята. Что-то здание какое-то реально... А, это какой-то коридор. Коридор смерти. Осторожно, эти штуки могут опускаться. А, там этот здоровяк Джо. Бейте его. Я уже на босса... Думал, босс? Не, еще далеко. А, это лесной, это не горный. Интересно, он будет на ловушке гореть? Да, ну. Было бы прикольно. Так я же тогда тоже думал, что, ну, он будет на самом деле. Нету дуков. Тогда давай без дуков. Ладно, мы сейчас этого убьем, я тебя скину, у меня там есть парочку. Но! Да тут Вадим был, ладно, не суть. Это не карма. Так, со стелса. Бей, Вадим. Да я бью. Давай. Слабоди. Мне брано. Сундучок.
Изи. Идем вниз. Открываю, скидываем мобов. А, лук, лук, лук. Держите, вот по одному могу дать. Целая братва. Хотя. Одного позови. А, отлично, красота. Так, мне надо одну похлебку оставить. Иди сюда, бомж. Так, ну все, тут уже тупик. Тут уже вообще нифига нету. Что там может быть еще? Только тупик. А, там этот, бомба. Иди, это Русил, снимай. Якудза, нет, якудза. Нет, ботинок нету. Горны. Оу. Да. Почему в мою сторону? Я только... Уберите его вниз, убери. Я убрал. Убивайте. Итак, господа, мы находимся у босса самого такого, как его зовут? Железный голем. 10 тысяч хп. О боже мой, мне кажется, и оружия даже не хватит. Ладно, начинаем. Начинаем, пропиваем, ребят, пропиваем. Мы уже пропили. Погнали. А, что он из себя? 21 хп. Осторожно, будьте. Вот я из-за этой. Ух ты, вот это пожарник. Ой-ой-ой, на эту красную, на эту желтую, точнее, штуку становиться нельзя. А, это как тот похожий. Дамажим, дамажим, дамажим. Обалдеть, мы его... Мы со жнецами, короче, потому что смысла в ПВП жнеца не вижу. Бьем, 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 бьем. Иммунитет на стат. Обалдеть. 5000. Пятерочку сняли. Вот я не могу сейчас пройти. Обалдеть. Опа, ух, 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 ух. А, стан есть? Нельзя стан. Пушки, смотрите. Вот, надо в уголки заходи. Становится жарко. Бейте, Русил, Русил, бейте. Чего вы стоите? У меня просто все, хана всему. Вот это жаркий босс. Вы смотрите, где пушки расположены. Кто у нас там сбоку? Якутия где-то бьет. Ай-яй-яй, вот это замес. Вадим хил. А, они пропадают, пропадают. Ой, тут реально бальзамами больше никак. Жесть, я вообще, ребят, не достаю. Вадим, хилься. Отлично, прям на нее. 3000 хп. Ай-яй-яй. Если честно, он дамажит не сильно. Его чисто ловушку спасает. Аня. Ну, первая попытка была вот такая. Погнали, нам надо его убить по-любому. Итак, господа, мы по второму заходу немножко чуть-чуть приоделись, приобулись.
Давайте, ребят, пропиваем. Погнали. Просто на изи хпшечка стелится. Дротик закинул? Русил. Дротик кидай. Хорошо, красота. Босс на самом деле сейчас начнет после определенной фазы, он... Его надо держать в одном уголке. Да, потому что он постоянно... Не, вот видите, запустился, запустился. Бьем, да, бьем, Вадим, до конца. Давайте, давайте, 2000 осталось, 2. Давай, Вадим, зови его туда, зови, у нас тут ловушки нету. Ух ты. Все, меня сложило. Черт, ребята, помогите ему. Подойдите ко мне, напротив. Пробегайте, 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 поднимайте. Сюда, ко мне, ко мне, ко мне, ко мне, ко мне, сбоку. Вадима сложило. Уходите, 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 вы потом, мы потом подойдем. Бейте его, добивайте. Давайте, бейте. Сколько хп? Добивайте, ну, понты же хп. Сюда. Жесть. Внизу тут, внизу вообще ничего нету, ребят. Все, меня сложило. Стань его, я не могу его убивать. Стана нету. Тут осталось 400 хп. Убивайте. 300. Ну. 200. Ну? 70. Ну? 4. Убили? Убил. Отлично, убил. Отлично. Поднимай Якутию. Итак, господа, мы сдохли, а ребята добили этого босса. Вот этот громила стоит. У-ху, вот это топ. Обалдеть, кувалда с босса? Вы серьезно? Ну, могли бы немножко вместо синьки, конечно, поменять на фиалку какую-нибудь. Да, лут, конечно, очень вкусный, очень вкусный. Босс сложный, надо было, надо понять его всю тактику, тогда будет все хорошо. Ну, а так, в принципе, может того стоит, а может того не стоит. Ну, ради кувалды, халявной, тем более кувалды, можно вообще чистить раз за разом. Так, Вадим, держи, вот я тебя сложу здесь. Все, ребят, вот такая нам обновка нарисовалась, короче. Кому понравился данный видосик, ставьте ваши пальчики вверх. Обязательно подписывайтесь на канал, и мы дальше будем пилить контент по легкому прохождению этого босса. Ну а с вами был Кенни, как всегда. Чао, какао, до новых видосов. Пока-пока.